Это пьеса австрийского драматурга Йенса Рашки. Она написана, по-моему, в 2011 году. Это монолог 10-летней девочки, у которой младший брат умер от рака. И вот в течение приблизительно часа, там чуть больше часа, молодая женщина, актриса Марина Замыслова, от лица 10-летней девочки рассказывает о том, как она впервые в своей жизни встретилась со смертью. Я не могу припомнить, но, может быть, это исключительный какой-то случай, может быть, в других семьях как-то иначе это устроено. Я из детства не могу это припомнить, чтобы взрослые со мной, с маленьким ребенком, или я со своими маленькими детьми разговаривал про смерть дома. Но как-то это довольно трудно, да? Это довольно трудно вступить в такой психологический эксперимент, ну, не эксперимент, а в смысле, в такой диалог, когда у тебя нет слов, когда ты беспомощен, когда ты сам не знаешь, что с этим делать. Вот. И в этом смысле мы ставим перед собой такую задачу, что к нам придут взрослые с детьми, и они как бы будут разговаривать друг с другом просто через нас.